А знаете ли вы, что домино придумали французские монахи? Вот как-то так. Всем привет, с вами Книгокоп, добро пожаловать на мой канал. Сегодня в центре моего внимания интересная и замечательная книга, а именно «Славянские имена слов» или «Собрание славянских личных имен» в алфавитном порядке, составлен священником М. Морошкиным. Отпечатана эта замечательная книга в 1867 году в Санкт-Петербурге. Ну что ж, давайте посмотрим, чем она таким будет интересным, занимательным. Итак, что пишет автор? «Имя человеческое не есть пустой звук, не имеющий никакого значения, но в нем есть смысл. В нем выражается известная мысль, им обозначается известное свойство и качество. Так что, по выражению Потта, для филологов в строгом смысле нет собственных имен, а существуют только имена нарицательные, разложенные и разделенные собственных личных имен по корням их, прямо и наглядно обнаружит их происхождение от прозвищ, имеющих нарицательное значение». Ну что ж, это он подчеркивает в дальнейшей теме, которую здесь раскрывает. Он раскрывает следующее, что число корней личных славянских имен не так значительно, как можно было бы заключать. Вот, так их около до 500. Конечно, мы исключаем из этого числа корни таких имен, которые хотя и вошли в число славянских имен, но чисто славянское происхождение, которых и положительно не доказано, но или может оспариваться. Итак, приступим к объяснению корней славянских личных имен. Вот, к примеру, баб. У кого-то есть там, к примеру, в фамилии, да, значит, корень баб. Смотрим. Мать и отца или матери баб. Старая женщина вариант. Женщина простого или низкого происхождения. Вот. Там, к примеру, бал. Вот помните, бал, балконский. Это самостоятельный корень, а не происходивший от ба и дающий начало многим словам и личным именам. Значение его в санскрите – сила бала. Отсюда валор, валео, а славянский – болей, велий. В этом случае корень так и так выводит из корня бал. Корни бал, бал, бал. Поэтому славянских личные имена вроде следующие. Велик, вели, валиш, болей, болько и так далее. Суть производная от корня бал или вал. Вот. Ну, интересно. Бар, там, барина, к примеру. Да, мы знаем корень славянский от этого слова. Весьма сходен с древненемецким. Муж. Вот. И прочее, прочее, прочее. Собственно, здесь это все в алфавитном варианте. Это все здесь представлено. Расшифровочки. Ворон, да, там есть у кого воронов, там, я не знаю, или изначально. Вот фамилия Воробей, да, у нас в нашей стране есть такая юмористка. Вот, церковная славянская, сербская, да, которая есть уменьшительная. Вот. Так, рябый корень этот слышится ясно в словах ястреб, рябчик, вот, и прочее, прочее. Ну, интересно, интересно. Можно изучить, посмотреть. Вот. А дальше автор приводит конкретные имена. Вот, можно здесь ознакомиться. Также по алфавиту, кстати, вот пишет, славяне не очень любили употреблять эту букву в начале слова, а старались заменять ее другими буквами. Например, я, о, П, Т, П. Личные имена начинаются с этой буквы, по большей части не славянского, а чужеземного происхождения. Ну что ж, интересно, интересно, интересно. Ну вот, друзья мои, здесь вы можете найти все, что вам заблагорассудится, посмотреть, увидеть, понять, у кого оно славянское, у кого оно греческое. Ну, то есть не нашли, ну, значит, не славянское, или как, или чего, или насколько оно древнее. Это тоже интересно, потому что здесь имеются так называемые еще, видите, датировки, да, что откуда и куда. Вот. Ну что ж, ссылочка на эту книгу будет под видео на сайте книгокоп.рф. Заходим, смотрим. А я предлагаю отправиться не куда-нибудь, а в турецкую баню, Ильяс Бей. Давайте посмотрим. Люблю такую телепортацию. Раз, два, и мы уже оп-оп в истории. Хорошая баня, замечательная история. Куда я попал? Я вроде хотел немножко попариться, да, и как это интересно, это интересно. Мы находимся, прошу отметить, в турецкой бане с вами. Какая кладочка, как это интересно, как это красиво, посмотрите, посмотрите, да.
Ух ты, ух ты. А тут что-то такое настроено. Ну, это да, наверное, чтобы сохранить историю, чтобы все это дело не пропало куда-либо. Вот. Можно в деталях рассмотреть, кто-то что-то уже писал. Смотрите, тут надписи какие-то. Ух ты, как это занимательно, как это интересно. Как это интересно. Так, хорошо, ну что ж. И давайте пройдем туда, еще во второй вариант, во второй сектор. Во второй сектор прошли. Посмотрим, так выглядит турецкая баня. Так, там что-то такое интересное. О, кирпичик, кладочка. Так, это здесь вот люди парились. Ну, интересно. Мылись, парились. Посмотрите, какие своды. Своды какие. Сколько разных материалов здесь использовалось-то, а? Ну, это красиво, красиво. Ощущаешь себя, как в детстве, который ходил, не знаю, по таким интересным разваленным местам. Да, мы ходили. Сейчас, конечно, не знаю даже. Сейчас-то это просто так интересно. А вот зайти куда-нибудь... Ну, кто-то скажет, я ощущаю себя, там, не знаю, в каком-нибудь ужастике или где-то еще. Но это история, это интересно. И я советую всем оккультуриваться, заходить в 3D. Вот эти спасибо тем, кто создает эти 3D-экскурсии, когда вы можете, никто вам не мешает, вы можете взять вот так, оп, давай, вот увеличил, посмотрел и прочее, все в деталях, никто тебя не останавливает, говорит, давайте, пойдемте дальше, все, ты можешь наблюдать, смотреть и балдеть. Ну что ж, интересно, палец вверх, подписываемся на канал, повторяю, ссылочка на книгу будет под видео на сайте книгокоп.рф, а я продолжаю дальнейший книгокоп. Пока-пока.